администрации Веневского района. Просим рассмотреть наше ходатайство о переводе двух земельных участков из категории земель сельхозназначения. Оба земельных участка, которые предполагаются к переводу, находятся в границе горного отвода, поэтому в любом случае здесь речь идет об их перспективном развитии. Что, согласились с решением рабочей группы? Участков между улицей Некрасова, дом 8 и улицей Обороны 104. Учитывая необходимость организации объектов транспортной инфраструктуры в дальнейшей реконструкции указанного объекта, министерство полагает целесообразным предоставление постоянного и бессрочного пользования ФГБУ Тульская МВЛ указанного земельного участка. Строительство, по крайней мере, как декларируется, предполагается строительство большой лаборатории, подтверждено федеральное финансирование, на первую очередь около 500 миллиардов рублей, если мне память не изменяет. 700 миллионов, да? Поэтому здесь предполагается достаточно большой комплекс, который будет на ЦФО, я так понимаю, вообще работать, да? Уже на 7 областей будет. Точно мы ничего не ухудшим здесь? Для, опять же, для... Но здесь будет благоустройство, Владимир Сергеевич. Здесь не будет строительства на этом участке. Это будет благоустройство и парковка. И проезд. Проезд. То есть там строительство не будет. То есть здесь он и так существует. Полагается строительство жилого микрорайона, детский сад на 140 мест, объекты обслуживания. Администрация города считает возможным строительство на данном земельном участке. Прошел публичные слушания, и на проектную документацию, разработанную для этого поселка, получено положительное заключение экспертизы. Планируем закончить все работы по возведению на Кавказ в мае месяце. И 100% все посчитаем от работы до конца следующего года. Согласились с проектом решения рабочей группы? Спасибо. Сознательно готовы на то, чтобы там теннисный центр появился, потому что это был спорт. Но потом, когда сроки, так сказать, стали затягиваться, у людей возникло очень много вопросов. И в рамках проведения встреч как раз благоустройства молодежного бульвара, а это является на самом деле продолжением молодежного бульвара, в общем-то администрация склоняется к тому, чтобы действительно привести в соответствие с правилами благоустройства и благоустроить данный земельный участок, и он получится у нас, так сказать, логическим продолжением молодежного бульвара, который начинается у нас Октябрьская. Скажу, когда мы тогда решение принимали, у меня были большие сомнения, что в городе вот можно такую ерунду строить. Это прошлый век, но уже такие вещи никто не делал. У нас зеленых зон не хватает, поэтому воздержимся. Мы, а с удовольствием у нас сейчас в территории большой. Может, 4 миллиона. Ну ничего страшного, иногда обрезаться нужно. Вовремя лучше обрезаться, знаете, чтобы 40 потом не потерять. Поэтому обрезайте. Предполагает строительство многофункционального комплекса, в составе которого предусмотрены торговые залы, офисные помещения, гостиницы на 80 мест, подземная автостоянка и стоянка автотранспорта на территории дворовой части участка. Въезд на территорию организован со стороны оружейного переулка. Здание имеет важное представительное значение, находится на пересечении Октябрьской и переулка оружейной исторической части города. Учитывая, что указанная территория формирует облик центральной исторической части Тулы 21.14 на портале правительства Тульской области, жителям города было предложено проголосовать за один из понравившихся вариантов концепции строительства, по результатам которого был выбран один. Полагаем, строительство зданий гармонично впишется в ценную историко-градостроительную череду ансамбля Николая Зарецкой церкви и музея оружия. Администрация города Тулы считает возможным строительство на данном участке в рамках предложенной концепции. Вячеслав Павлович, сроки реализации этого проекта? А в первую очередь 2 года после получения разрешительных документов. Угу. Понятно. Рабочих мест? Сколько будет создано? Мы так детально пока не изучаем. Но я думаю, что где-то От 20 до 50. И все-таки назначение комплекса какое? Многофункциональный. Но многофункциональный это какой? Торговый, административный, гостиничный. То есть и гостиница вы здесь предполагаете размещение? Да. Сколько гостиничных номеров предполагаете? 80 мест. 80 номеров, да? Да. Номеров, прошу прощения. Да, нет, привести в порядок, чтобы, так сказать, чтобы был общий вид, тем более, что это центральная часть города, у нас пробки всегда в этом месте, и общий вид он должен быть нормальный. То есть до 4 числа вы все приведете в порядок. Согласились, да, коллеги? Все, спасибо.